знаю историю доктора Гасса, упавшего в ядро. Но никто не знает, как это случилось. Давайте спустимся в подземелье и узнаем, как это произошло. Альфред, иди, принеси мои сигареты. Альфред, принеси ту, Альфред, принеси это. Сколько можно? Почему доктор Гастер просит меня носить ему всякие мелочи, вместо того, чтобы поручить важное задание? И зачем ему сигареты? Они ведь только отвлекают. Я тихо шла, 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 пирожок нашла. Я села, поела опять. Она должна была принести мои сигареты. Док, я не думаю, что это хорошая идея. Вы выдерживаете годы, так и как смели лечь недолго. Да, я сдерживался, работа над ядром, годы. Я заслужил награду. Гасте нужна его наркота. Туду вранье. Даже больно не было. Человек. Ах ты, маленький обряд! Моя крыша. Я твой. Кого? Нас? Тебя, Петро! Ну, по меньшей мере, работа над ядром он уже закончил. А ты? Под столом в лаборатории. Конец.